Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем свой видеоблог Aztec Life. Компания Aztec всегда активно выступает за продвижение и развитие украинского промышленного дизайна. Поэтому компания Aztec впервые в Украине инициировала открытое обращение дизайнеров и их коллегам-архитекторам с просьбой использовать в своих проектах предметы именно украинского промышленного дизайна. Ведь Made in Ukraine звучит гордо! Made in Ukraine звучит гордо. Made in Ukraine – это звучит гордо. Made in Ukraine 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 звучит гордо. Используйте украинский дизайн, украинское производство. Это качество и современный стиль. У нас очень много есть дизайнеров-предметников. Надо взаимодействовать с дизайнерами интерьера, так что, пожалуйста, используйте, вдохновляйтесь. Совершенно не уступают иностранным производителям, а во многом даже и лучше. В Украине очень много производителей, которые делают качественный продукт, который можно помещать в дизайн интерьеров и использовать наш продукт, не итальянский. Давайте использовать в своих интерьерах элементы декора, двери, наших украинских производителей, разработаны нашими талантливыми дизайнерами. Дизайнер для нас прежде всего партнер. Мы выдаем конструкторскую документацию на подпись. Мы делаем замеры, у нас прекрасный сервис, у нас великолепная фурнитура, хорошая лакокраска. Мы всегда доделаем до конца. Я знаю, что вы очень серьезно относитесь к сотрудничеству именно с дизайнерами, и вы провели даже опрос на Фейсбуке, да, чтобы выяснить, получить от них обратную связь, что же для них важно. Вот что показал этот опрос? Опрос показал, что компания Aztec на правильном пути. Производитель дверей идет в ногу с мировым дизайном и постоянно развивается. Aztec использует качественные материалы и новые технологии. Aztec делает нестандартные заказы. Aztec выполняет заказы в срок. Дорогие архитекторы, дизайнеры, клиенты, мы вас приглашаем к сотрудничеству. Мы будем стараться и стараемся вам во всем помочь. Мы хотим выполнять интересные, красивые заказы. Хотим быть известными, хотим быть лучшими в нашей отрасли, в нашей стране. Еще хотелось бы вас попросить, чтобы вы больше нам давали обратной связи. И мы совместно с промышленными дизайнерами Украины будем развивать отрасль и радовать наших клиентов.